Всем привет, с вами, как всегда, я Рустам. Сегодня мы играем в Motor the Pod, реальная жизнь. Ну, и мы продолжаем. Вторая часть, наш мальчик Артур, которому... Артём, которому 18 лет, продолжает выживать. Ну, в общем, очередная серия. Очередной следующий день. Сколько времени у нас? 7 часов утра или вечера. 7 часов утра, да? Мы просыпаемся. И сегодня нам надо чуть-чуть таксистом побыть. Вот так. Потом стоять. Так, на карту посмотрим на нашу в Краснобор. Сейчас до Краснобора доедем. Дальше уже все. Дальше еще один раз съездим и поедем назад, потому что нам надо будет скоро искать новую работу. Потому что, конечно, да, на папином москвиче довольно прикольно ездить. Как он? Ну, на дедушке, в случае, то есть. Уже я просто давно серию снимал, забыл чуть-чуть. На дедушке, конечно, прикольно ездить. Но он уже начинает длиться чуть-чуть. Так что надо уже скоро новую работу искать. Работенку. Нашему красному москвичу. Надо будет такой же потом нам купить. А купим какой-нибудь. Этот тоже старый. Можно какую-нибудь машинку нам желательно бы купить. Какую-нибудь так, чтобы прям зарабатывать деньги. Потому что это уже она как бы слетает, тормоза не те уже. Видите, как ее носит? Видите же аварийку, разворот, видите, как ее носит, а? А что держать ее невозможно. Это так, еще. Иногда вот мы вообще в аварию на ней попадаем. Помял ее, блин, еще. Все, не надо так быстро гнать будет. Давайте, нам надо еще одного пассажира довести. Будем искать какую-нибудь работеночку себе. А, хотя нам, короче, это папа сказал, что деньги даст, типа, не надо. Ну, и мы, короче, поехали домой. Ну, сейчас у папы денежки. Пим-пим! Опа, ну-ка, что это на телефоне? Ага, все. Папа перечислил нам деньги на телефон немножечко. Сказал, купишь еды и найдешь что-нибудь себе такое. Типа, начнем уже зарабатывать. Короче, мы едем. Угу. Погнали. Побыстрее. Мы вот далеко никогда еще не заезжали так-то. Ну, что там заезжать. Тихо-тихо-тихо, сильно не тормозим. Так, аккуратненько. Да, опять ее начинает носить. Тихо тормозить. Вот, все. Спасибо большое, это нам не нужно. Извините, большое извинение, мы так, пост ДПС, мимо него 80 надо ехать. Большое вот извинение за вот эту вывеску. Просто интернет включен, сейчас другое видео выгружается на YouTube. Тихо, 80. Все. Едем. Нам повезло, живем в хорошем месте. Сразу близко вот этот. Автостанция. Ох, как ее носит-то. Так. Скоро в этой игре уже глобальное обновление. Так что... Нормально.
Сейчас быстренько чаёк попью и поедем. Ну все, чаёк я попил. Ну, можно ехать. Все, поехали. Надо заехать, объявление поискать. Опа, какие-нибудь. Тут у нас киосочки. Киоски. Есть. Сейчас заедем в киоски. Магазинчики. Опа. Так. Продукты. Нормально. Так, стопаем. Все. Так, ну короче, сейчас поищем. Короче, все, я тут все нужное посмотрел. Тут, короче, есть приложение в компанию, типа, ну, нужен стаж. Но я попытаюсь сейчас договориться, позвоню, сейчас перезвонимся, все, нормально будет. Короче, нам согласились дать пробную попытку и сказали сейчас прям ехать, вот уже, потому что 10 часов. И сказали, что у тебя в 11 начинается работа. Ну, я, короче, конечно же, полетел. Вот к ним сразу. Потому что уже сколько времени? Это 10:41. Не надо опаздывать. Он сказал, где-то в 11:10, в 11:20 подъезжай. Ну, я сказал, конечно, прибуду как раз вовремя. Ну, как раз к 11 подъедем. Угу. Сказал, может, до 11:20 подъезжать. Так. Иду заезд на базу. Вот тут сейчас я, короче, поговорю, переговорю и все. Давай. Ну все, короче, он дал работу. И сказал, вот, короче, сейчас я вот из этого гаража, вот, который передо мной, машину возьму и все. Короче, дали нам машину, сказали поработай. Вот такая у нас прикольная машинка. Смотрите, какая смешная. Будем перевозить пассажиров по городу. Ну да, нам сказали, что для этого и у тебя будет нормальная зарплата. Ну, конечно, мы поедем. Машинка не старенькая. Всего-то. Что там? 350 километров. 200 километров всего лишь что проехала она. Так что нормально. Бушная. О, как трясется-то. Ну все, нам сказали прям едь уже. На заказы. Ну, я поехал. Ну-ка, давайте посмотрим, как она со стороны выглядит. Смотрите, как смешно. Смехотень. Маленькая такая, стройненькая маршруточка. Опа. Опа. Ну-ка. Пассажиры. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, короче, посмотрели, пассажиры сели. Вот так, все. И поехали. Так, поворот. Все нормально. Давайте. Сейчас аккуратно все сделаем. Поехали. А, наверное, интересно, как на этой тачке ездить. Обзор на нее я делать не буду. Потому что мы сейчас на нее типа обзор делаем. Максималка примерно 110-120. Ну да, как-то. Так, подходим, подъезжаем. Стопаемся. Так, все. Вот. Так. Сильно не напрягаем двигатель, чтобы еще не сломалось. А то, дай бог, придется выплачивать, если помнем. Машина не наша. Так что, короче, давайте хотя бы два рейса сделаем, что ли. Ну, еще погоняем как-то. Пассажиры загружаются. Фига как проехал. Мы сильно не будем газовать. Так, потихонечку, чего нам торопиться.
вот на автовокзале, кажется, последняя остановка. Вот прям тут. Да, тут поворотничек. Прям тут, смотрите. Так. А нет, не последняя остановочка. Значит, последняя вон там, я не знаю, конечно. Где? Мы же не знаем, мы первый раз на такой тачке ездим. Чё нам, 18 лет, чё нам? У нас, кстати, завтра день рождения. Папа деньги подарил нам на день рождения заранее чуть-чуть. Так, ну, блин, толпа. А чё они, сколько? Примерно 50. 50 едут. 55. Все, аккуратно выехали. Машинка это бодренькая. Все, деньги нам заплатили. А сколько? Нормально заплатили. Че, давайте разворот. Давайте еще один рейс. Хотя, что у нас время там уже? Час. Короче, у нас был утренний рейс. Нам сказали, типа, тебе этого хватит. Такого. Ну, короче, можешь, типа, делать дальше, что хочешь. Ну, короче, мы сейчас машину оставим. И сейчас мы поменяем ее в нашу тачку. Мы там в гараже припарковали. Та-дам! Мы уже поменяли на свою любимую москвич. На свою любимую. Можно ехать. О, да, мы все, поработали. Зарплата скоро будет месячная. Когда месяц проработаем. У нас понедельная зарплата. Идет! Ё-моё! Все целы? Да. Надо в ремонт заехать быстренько. Пока папа не увидел. Это не я, чё вы? Это вообще не я. Так, где там ремонт? А мы ремонт-то проехали. Давайте на заправку. Так. Вот ремонт. Вот тут у нас ремонт. Короче, заедем. Короче, все, мы все починили, все уладили. Батя не увидит. Денег почти не потратили. Нам по скидочке дали все, потому что мы там у них 10-тысячный покупатель. Поехали домой, что ли. На этом же будем заканчивать наш день. Хорошо поработали. 2 часа. С 7 до 2 поработали. А нет, не наш. Не наш. Да, это наш. По карте. Да, все наш. Просто... Сейчас мы припаркуемся как-нибудь, чтобы не мешать. Вот это у них двери. Смотрите, какие двери. Да. Ох, какие люди ходят. Ну, на этом наша серия закончена. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока.